медведи будут. Что это? Вот, синий — это значит путь в воде, правильно. Там же внизу водопад, здесь вот объяснял. Желтый — это уровень сложности. А красный — это ветка, короче, на карте так обозначается. А белое что, значит? Здесь видишь, это пересечение дорог. Значит, какая-то из них белая, какая-то красная. Это я только объяснял. Это не фантазия его. Почитается книга. О, да.
Могут дальше. Зачем нам могут дальше? Там эти ковры. Так, не рви мою чернику. Пусть будут у вас. Лазил.
понимаешь? Угу. Балансирует моток, прихожу, жду, жду. Вот. От него прижат и был. Да. Да. Кишечка не памятна. Вот. От него прижат и был. Да. А где какие-нибудь туры типа йоги-то забирать? Туры типа йоги-то забирать. Мама, за тебя все мухи. Уже вот тут гораздо легче будет и быстрее. Нельзя сказать. Следующий год то, что можно сделать. Следующий год. Что, мама твоя? Вот. Так что о работе говорить не хочу. Завтра. Вот, мне кто-то это самое, спуститься живой и здоровый. Как там погода в Тарыме? Ты меня снимаешь? Я здесь хотел. Что это за прикол? Представление. Давайте здесь сфотографируем. На большом что-то сокрыто. Куда идти? Поужин. Как взрослые. Я ж не подумала, а? Почти не фиштели. Да вон, весь город. Да, отлично. Это про это команда. Андрей, там где-нибудь за мной? Вот так. Ку-ку.
на... Надеялись, что это веселый спуск. Вы поймете. Вы поймете, да?